Следующая песня была написана тоже довольно давно, лет 15 назад. А звучит ужасно актуально. Ужасно в прямом смысле. Я не люблю вот этого выражения, как вам некоторые говорят, ужасно красиво. Вот. Но ужасно актуально, это вот просто вот про сегодняшнее время. Если забраться поглубже в джунгли и посидеть там с годик-другой, то можно понять, как ведут себя люди, которым нечего делать с собой. Целый день они рыщут в поисках пищи, не думая о другом. Покорно приносят потертые тысячи в свой храм гастроном. Для себя чистоту так трудно успеть, так трудно поверить, что кто-то еще не может на это смотреть. На стадо, стремящееся в глубину тарелки за мутным стеклом, на плоский экран за кредитную мзду. Но что же, смотри сытым ртом, вот он твой дом. Твой дом, обшарпанные стены, немытый сортир, соседи на веселе. Вот он твой дом, вот он твой дом. Бесцветные дни, омытый дерьмом, страна сидит на Останкинской игле. Огульно хаять весь мир в один миг не сложно, но дело не в